Ему было всего лишь 4 года. А нам приехал. И он говорит: деда, когда ты умрешь? Что я буду делать? Ребенок не понимает, что в какой-то степени это оскорбление для взрослых. Ребенок. Но дедушка дает ему глубокий ответ. Он говорит: я умру тогда, когда ты умрешь. Да, так оно и есть. Так мы понимаем. Мы оплакиваем все то время, что еще внук живет. And it's the best scenario. Обычно, когда детей уже нету, уже не помню. Но есть одна... Один тариф, одно число, которое мы все помним. И мы исправляем это число каждый год. И это Тиша Баав. Когда родитель умирает, и в нашем, in our case, умерли двое в течение 7 месяцев. Это хурбан. Это destruction of the house. Я уже не говорю с ними, я говорю: мама и папа в течение 7 месяцев. Меньше чем неделя, как прошла, как мы исправляли очередную годовщину Хурбан Бет-Амикдаш.